Если у вас дома есть помидоры, взяли вы и довольно много помидор, и остаются помидоры, чтобы они не испортились, не пропали, я обычно их замораживаю в морозильной камере. Я беру там по несколько, 2, 3, 5 штук, когда получается. Складываю в пакетик, заворачиваю и ложу в морозилку. Потом зимой очень удобно использовать такие замороженные помидоры для приготовления пищи или в суп, или в поджарку, или к мясу, или что-то, потому что вкус таких помидор, они почти практически как свежие. Я их просто беру вот. Слышите, как стучит? Это замороженные вот такие вот помидоры. Я беру их в теплую воду. Вот, теплую, слегка горячеватую воду. Ложу на 2-3 минуты. И вот посмотрите, как эта шкурка быстро снимается. Это невероятно удобно, что потом и шкурка не мешает, а саму мякоть порезал на те кусочки, какие вам необходимы, и используете в пищу. Видите, как удобно. И зимой у вас помидоры практически на вкус, они как свежие помидоры. Попробуйте, может быть, вам понравится такой метод.